Стоп. У вас сейчас, наверное, ко мне появится вопрос. Что это, блядь, садики, сука, фрукт? Я вам на него сейчас отвечу. Заваривайте себе 100 мл чая. Мы сейчас с вами начнем небольшой диалог по поводу того, кто такой этот Wild Rice. Начнем с истоков. Как вообще появилось имя Wild Rice? Все началось с того, что по каким-то непонятным вещам, может быть, где-то внутри меня разбушевались китайские корни, и я везде начал тыкать рис, куда можно и куда нельзя. Началось все с игры Hogwarts Наследие. Я ее прошел, создал своего персонажа, и угадайте, как я его назвал. Правильно, назвал я его китайский рис. Почему? Да потому что красиво звучит. China Rice на английском, на русском китайский рис, и звучит, в принципе, адекватно. После этого пришло время менять ник в Стиме. Да, прикиньте, 6,5 лет я звался Владжером, но тут мне захотелось поменять его на что-то более новое. И первое, что пришло мне в голову, что-то связанное с рисом. Ну и первое слово не заставило себя долго ждать, это wild, это дикий. Так получилось то, что в этот промежуток времени я как раз начал слушать одну прикольную музыкальную группу под названием Wild Ways. И вот это словосочетание Wild Ways я хотел как бы, ну, обыграть в своем новом имени в Steam, и я взял первое слово Wild, то есть дикий, и вставил туда свое любимое слово Riz, и получилось Wild Riz, Wild Rice. А потом для эстетичности я решил добавить еще и знак вопроса, и получилось Wild Rice, знак вопроса. По-моему, получилось прикольно. Если учитывать, конечно, тот факт, то, что Владжер 19 вначале назывался Владжер восклицательный знак, что довольно-таки смешно получилось. Но, а зачем мне такой персонаж, как Wild Rice? Теперь переносимся в 2023 год во времена осени. Именно в это время планировалось первое дебютное появление Wild Rice как новый канал. Чем бы этот канал отличался от моего нынешнего? Да тем бы, что видео в нем были бы качественнее, и формат видео немного бы отличался от того, что и было на Владжер 19. В то время на Владжер 19 у меня были обычные летсплеи. Обычные, никому не нужные, скучные летсплеи. Wild Rice же должен был принести в это небольшую изюминку. Он должен был вырезать моменты из моих летсплеев, вставлять в эти нарезки монтаж, добавлять соус из развлекательных плюшек и получать на выходе офигенное видео для просмотра. Wild Rice должен был стать посредником видео из Wild Rice для тех, кто не хочет смотреть их в виде летсплеев. И первое дебютное видео мне бы хотелось показать немного нестандартным путем. Так получилось, что летом я проходил игру Hollow Knight, и параллельно того, как я играл в эту игру, я это записывал. Итого у меня получилось 80 часов прохождения этой игры. Осенью, для дебютного появления Wild Rice на моем канале, я начал монтировать эти видео. Получилось 3 часовых выпуска под названием Hollow Knight Путь до финала. Почему Путь до финала? Я думаю, если вы алды этого канала, то вы знаете то, что на моем канале ранее были прохождения по этой игре. И эти 3 части должны были быть продолжением моего прохождения, тем самым продолжая всю эту историю. Только в 3 часовых выпусках. Было закончено 2 выпуска с монтажом, с нарезками, со всеми этими. Но я затянул с опубликовкой этого видео аж до декабря. Наступил декабрь, у меня все еще на компьютере находится 2 почти смонтированных видео и еще 20 часов геймплея. Я собирался все это сделать на Новый год, чтобы опубликовать, чтобы заявить о том, что у меня будет еще один канал под названием Wild Rice, но, к сожалению, все данные, которые находились на моем компьютере, удалились тем, что мой жесткий диск решил сдохнуть. Тем самым 80 часов прохождения Hollow Knight были удалены, тем самым 2 почти завершенных выпуска по Hollow Knight были удалены, и тем самым практически все, что я делал, было удалено. Грустно? Да. Но какую роль сейчас будет играть Wild Rice? Я собираюсь реализовать Wild Rice в соответствии с тем, как я это хотел осенью.
То есть на этом канал будут выгружаться нарезки моих летсплеев. Тем самым весь его смысл остается в силе. Ну а теперь, раз вы ознакомились с тем, кто этот дикий сука-фрукт и зачем он нужен, всем спасибо, что дослушали мой диалог, но могу дать совет не торопиться с выводами. Всем спасибо и всем пока. Нормально. Твое имя 6-0. Когда придет время, ты зайдешь в комнату видеозаписи и начнешь новую эру на канале. Знак последнего. Легенда гласит, что эра, которая будет носить этот знак, станет последней. Кто здесь? А, это ты. Да. А, можешь зайти? Да, конечно, заходи. Я думаю, ты не любишь ходить под дождем. Так оно и есть, просто сегодня мне надо было очень с тобой это обсудить. А что ты хотел со мной обсудить? Тебя уже очень давно не было на канале, активность упала. Пойми, тебе нужно вернуться. Ты не сможешь прожить в этом доме вечность. А, ты про это. У меня, кстати, есть для тебя хорошие новости. Что-то мне это не нравится. Ну, сейчас увидишь. Не может быть. У тебя все же получилось. Ну и зачем ты мне это показываешь? Дело в том, что ты последний, и мне бы хотелось показать тебе значимость твоего образа. Знал ли ты, что существует несколько версий тебя? Существует множество вселенной, где ты исполнитель разных ролей или образов. Я же хочу тебя ознакомить с тем, кто ты на самом деле. На примере я сейчас тебе покажу один из твоих образов. Это один из твоих образов. Он также называет себя Владжером, только он человек и он блогер. Он стрёмный. С этим сложно не согласиться, поэтому давай побыстрее его выключим. Также по твоему образу существует несколько игрушек и даже один магнит. Ты так и не сказал, кто ты. А, кто я? Я твой создатель, я тот, кто тебя создал. В смысле мой создатель? Да, я был самым первым Владжером, и по моему подобию были созданы многие версии, включая тебя и всех остальных R. Я, грубо говоря, был самым первым. Погоди, если я и все остальные эры созданы по твоему подобию, то тогда почему у нас меняется внешний вид в процессе эволюции? И тогда другой вопрос. Как выглядел ты? Ты хочешь знать, как выглядел я? Да, покажи мне, как ты выглядел. Ладно. Мой внешний вид постоянно менялся в зависимости от комикса и действий, которые должны в нем происходить.
Я все время выглядел по-разному. Также была вселенная, где я был гонщиком. И, конечно же, у меня были свои враги. Было очень много комиксов, где я появлялся, но в конечном итоге мне захотелось сделать так, чтобы имя Владжер больше не ассоциировалось с героем, и я решился создать переобраз, и стал я выглядеть как какой-то пиксельный человечек в голубой кофте. Этот образ у меня продержался недолго, потом он был изменен на более привычный, такой же, как и у вас. Что-то мы тут с тобой уже слишком заговорились, я уже пора возвращаться. Стой, погоди, нет!